Завершилась 8-я полевая олимпиада юных геологов в Альметьевске. Олимпиада проходила на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» ПАО «Татнефть». В ней приняли участие 286 учащихся юных геологов из 31 команды Татарстана, команды города Кунгур, Пермского края, команд Республики Крым, Беларусь, Казахстана и Узбекистана. Работу, которую вы сегодня проводите, это огромные будущие потенциалы нефтяной отрасли нашей страны. Всех я вас приветствую. Хорошей вам олимпиады. Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов проводится ежегодно. Первая олимпиада прошла в 2014 году на базе Заречье и была инициирована президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Эти олимпиады для ребят важны. И для нас они важны. Потому что наша глобальная цель – это, конечно, поиск талантов. Это поиск и работа с одаренными ребятами, инициативными ребятами. Для ребят это является возможностью не только узнать что-то новое, но и в последующем, в будущем получить актуальную, востребованную профессию, найти себя в жизни, ну и построить, конечно, успешную карьеру. Организаторами 8-й полевой олимпиады выступили Министерство образования и науки Республики, Татнефть и Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Победителями данной олимпиады стали ребята из Нижнекамска, команда «Азурит». Очень тяжелый. Прям путь к нему, наверное, тяжелый был. Да, очень много месяцев подготовки, даже годы бывали. Вы счастливы? Очень. Напомним, что Казанский университет не впервые проводит подобные мероприятия для работы с будущими абитуриентами. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.